В 2013 году отказников меньше, чем в предыдущие годы. Отказалось от своего чада 17 матерей. Некоторые, правда, впоследствии передумали. Я не должен сказать, что окна жизни действительно переполнены. Всего лишь несколько фактов было зарегистрировано. Тем не менее, это хороший способ, который позволяет человеку, который все-таки в меру тех или других обстоятельств решил отказаться от ребенка, не погубить его. В прошлом году из одесских детских домов усыновили 84 ребенка. 26 из них забрали в свои семьи иностранцы. Как говорят в службе по делам детей, в основном за границу везут тяжелобольных малышей. А вот украинцы то ли в силу экономических, то ли моральных причин берут на усыновление здоровых детей. Наши граждане по разным причинам не могут усыновлять детей, у которых гепатит С, у которых ВИЧ, СПИД, не дай Господь, у которых ДЦП и какие-то другие тяжелые формы. В основном забирают в семьи детей до 8 лет. Сейчас в Одессе на учете состоит около 25 пар, которые планируют усыновить ребенка в текущем году. Ольга Китик, Виталий Прус, Домское ТВ.